У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Владельцы этого имени становятся очень деятельным, сообразительным и даже бесстрашным. Но с другой стороны, их может скинуть в бездну, лишить рассудка, вогнать в депрессию, опустить на дно жизни. Иногда они могут полностью деградировать, могут ссылаться и трактовать моменты жизни таким образом, что окружающим может показаться, что у них проявляются явные галлюцинации. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Обладатели этого имени наделены разными талантами и способностями. Неоценимые качества помогают им многого добиться в жизни, достичь тех высот, о которых они мечтают. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.